Под домашним арестом именно так будет дожидаться окончания расследования уголовного дела директор Центра помощи детям в Иркутске. Женщину задержали и отстранили от должности 1 июля. Руководители учреждения подозревают в превышении полномочий. Речь о громкой истории, в которой воспитанника Центра помощи подозревают в насилии над маленькими детьми. Дело находится на личном контроле у председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.